с вами я, Карл Вадим, сегодня, ребят, будем разоблачать моего друга Хэллоуин Фокс. Да, ребят, и, ну что, а мы приступаем. Ребят, мой друг это Хэллоуин Фокс. В принципе, что его разоблачать? Он нормально снимает качество, только без, потому что снимает очень редко. Снимает только трансляции. Снимает очень редко. Играем в игры, прощаемся с Майнкрафт. Да, Фокс, конечно, потерял Майнкрафт. То есть он удалил Майнкрафт, и я удалил и Нео. Мы все забросили Майнкрафт. Что могу разоблачить его? Не знаю. Просто он как его. Все знаете, что мы с ним воевали. У нас была целая война. Вот. Я хочу больше начинать эту войну. Но смотрите, сколько у нас было войны. Война Вадим. Война, Вадим. 21 января 2023 года. Ноль там ни за что. Война, Вадим. Война с Кард Вадимом. Продолжается. Война с Кард Вадимом. Третья часть. Война с Кард Вадимом. Здесь перепутал, ну ладно. А, нет, не перепутал. Война с Вадимом. Четвертая часть. Наше общение с Кард Вадимом. Вот что он ответил. У нас была целая война, ребят. Да. И, кстати, я, если Фокс смотрит это видео, я знаю, что он смотрит. Фокс, продолжай для подписчиков. Что еще могу сказать, ребят? Он, как его, делал на меня реакцию. Я очень благодарен ему. И еще, что он ворует иногда. Иногда он ворует, да. Иногда он ворует, ребят, контент. Но это очень редко, когда он ворует. Это очень-очень редко. Где-то 1-2 раза. И все. Ну ладно, ребят. Ну а с вами тогда был я, Карл Вадим. Это было очень маленькое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока-пока. Фокс, снимай дальше.